Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очередной наш урок по правополушарному рисованию. И сегодня мы с вами будем рисовать вот такую картину, называется она «Цветы». Нам с вами понадобятся кисти различной ширины, гуашь, лист бумаги, вода и палитра. Итак, начинаем. Сначала мы смачиваем наш лист бумаги водой. Теперь нам понадобится с вами желтая гуашь. Наносим вот такие. Голубая гуашь. Также наносим. Зеленую гуашь, добавляем в нашу картину, промываем кисть и берем белую гуашь, добавляем. Так, и теперь все это начинаем растушевывать аккуратно в одном направлении. Чуть-чуть добавим желтого. Вот получается у нас с вами фон. Мы с вами подождали 5 минут и дали нашей картине высохнуть, нашему фону. Теперь берем кисточку более тонкую и гуашь зеленого цвета. Я возьму темно-зеленый. И теперь вот такими движениями. Начинаем наносить нашу гуашь на рисунок.
теперь в эту гуашь, в темно-зеленую, мы добавляем с вами немного желтого цвета. И такими же движениями наносим эту гуашь на наш рисунок. Теперь возьмем с вами коричневую гуашь, добавим в нее зеленую. Смешаем, у нас должен получиться с вами коричнево-зеленый цвет. Его тоже мы будем использовать в нашей картине. И опять такими же движениями, мазками наносим цвет на нашу картину. Линии рисуем в разные стороны. Одна у нас смотрит налево, другая у нас смотрит направо. Так, теперь берем желтую гуашь, добавляем на зеленый цвет. Также смешиваем. И добавляем на наш рисунок этот цвет, чтобы немножечко его осветлить и оживить. Теперь переворачиваем наш лист бумаги. Теперь мы с вами будем рисовать цветы. Нам понадобится красная гуашь и белая гуашь. Thank you.
выкладываем на палитру. Гуашь мы не будем смешивать сейчас с вами. Нашу кисть макаем сначала в красную, потом в белую гуашь. Они должны лечь одна на одну. Наша краска не должна смешиваться. Теперь вот такими движениями мы рисуем с вами наш цвет. Цветы у нас будут смотреть тоже в разную сторону, чтобы картина была более динамичной. Цветы мы рисуем разных размеров. Добавим еще белого цвета. Нарисуем несколько маленьких цветочков такими же движениями. Теперь берем нашу широкую кисть, желтую гуашь. Берем на самые концы, набираем. И вот такими движениями добавляем несколько ярких пятен в картинку. По всей нашей траве. Можно также добавить желтого, сделать
поярче. И немного брызг. Теперь нам понадобится тонкая кисть. И черная гуашь. И аккуратно добавляем на наш пейзаж несколько птиц. Мы их нарисуем вот такими тонкими линиями. Все, наша картина с вами готова. Спасибо за внимание и до новых встреч!